Будем качать спину. План расскажет Андрей Анатольевич. Shot, got a wet. Bet that's all neck, girl, that's Серега, тот человек, который точно не пропускает денек. Так, ребят, я напоминаю, что под каждым роликом можете выиграть нашу фирменную одежду. С вас простые условия. Подписаться на канал, оставить комментарий и обязательно поставить колокольчик. И 24 ноября пройдет Гран-при Окси. Всю подробную информацию можете прочитать в наших официальных Telegram и Instagram аккаунтах. Все, всем приятного просмотра. Всем привет. Сегодня мы в легендарном Алмазе. Тренируем спину с человеком, который уже не нуждается в представлении. Серега, привет еще раз. Будем качать спину. План расскажет Андрей Анатольевич. Да, мы его не знаем. Да, поэтому мы сейчас даже не знаем, что мы будем делать, но уже очень интересно. Я думаю, это будет жестокая, мощная тренировка, поэтому погнали. Видишь, начал бицепс бедра делать. Ага. И брузы, и шмоток такой вылез. Да, он сразу такой. Серега, тот человек, который точно не пропускает денек. Так, сейчас видишь, я, мне было 60 дней, я все подряд жрал. Сейчас у меня 5-й день чистого рациона. Отдыхал, да? Да, сейчас 5-й день чистого рациона, и 90 дней будет такого детокса чистого. А потом я все, то, что лишнее, и начнем уже подготовку. Чисто это типа там диета или... 6 тысяч калорий и один и тот же рацион каждый день. И то есть получается 90 дней я должен прожить на нем, меня поплотнее стану, обменка разгонится, кардио сейчас бам-бам-бам, и мы начинаем уже подготовку. Ты кардио делаешь сейчас? Да. Сколько? Ну, немного, по полчаса. По полчаса? Да. Но сейчас каждый день будет. То есть оно 4 раза в неделю. Каждый день. Ну, 6 тысяч для тебя, это, мне кажется, не профицит и... Такое. Ну, мне кажется, калорийность поддержки, наверное, какой-то, да? Да, но видишь, если чистыми жрать, это получается пачка макарон в день, 300 риса, блядь, сухого, полкилограмма багета, да, там, вот это углеводы. Там, получается, 20 белков яичных, 4 желтка, 400 готовой индейки, 200 говядины готовой, 200 красной рыбы, полкилограмма запеченных ножек именно вот этого мяса. Это вот примерно вот получается вот эти вот цифры. И это представляешь, сколько сожрать надо, именно чисто. Целый день, блядь. Сейчас жиров нормально, мне кажется, да? Сейчас нормально, да. В районе 100-110. Комфортно, да? Да, да, то есть. А было там 250, я жрал, аж там каждый день там пиццу мог, блядь, пельмени нахуй вечером. Пачку пельменей, блядь. Скрылся. О! Три. Петра. Раз. Растение подержал. Два. Три. Два. Оп. Еще один раскрыл. Все, блин. Растение, растение. Головой назад пошел. Головой. Раз. Пять. Два. Три. Головой назад. Вот. Еще. Вот, молодец. Ну все, теперь дашь. Ты, кстати, по турниру определился, или ты просто пока для себя выделил сезон? Да, сезон, и я думаю, Испания, Португалия. Испания, Португалия? Дубай. А почему Испания, Португалия? Ну, Европа. Там какие турниры? Профессиональные. Не, ну это я понял, имею что это. Ну, у нас вот Лиза, девочка, ездила туда, поступала. Нормально. Осталось только визу. Ну и накачаться. Ну, визу сложнее, мне кажется. Сейчас, кстати, сейчас, да. Видел сложнее, чем накачаться. А я вот сегодня замечал, у вас ноги же подтягиваются вначале, а мы делали пловер. Почему делали пловер? Это чисто из-за Сереги? Почему не подтягиваемся? Да. Слушай, ну,
определенный, я же меняюсь. Не, я понимаю, это, я имею в виду, что это просто, ну, типа, какая-то определенная схема именно в начале делать? Или же это чисто для Сереги было? Слушай, ну, нет. Ну, для всех, как бы, своя программа, угу. Да? Ну, то есть это некоторые ребята начинают с подтягивания, нет, а с пуловера, да? Кто-то так, да. И Серега начинает, просто у него сейчас вес, блядь, под 150, да? Ну, да. Три. Ну-ка, ну-ка, ложись. Два. Раскрыл грудь. Три. Вдох. И четыре. Еще один. И пять. Вот это. Еще сам можешь. Да. Раз. Пять раз. Раз. Два. Все. Блять. Это что, второе упражнение нахуй? Я не знаю. Я думаю, 6-7. Даже страшно спрашивать, блядь. Кстати, во время тренировки пьешь что-нибудь? И сейчас такой заказал, ну, взял протеин из добавок. И вот C5. Перетренировка и то не каждая, только тяжелый. Спина, ноги. Спина, ноги. Да, то есть. Она, видишь, попьешь ее, потом, блядь, без нее уже не настроится. Ну, есть такое. Ну, это как с спидтренами обычно. Да. Которые еще помощнее, знаешь, с них. Когда только начинаешь, что цены с нормальным, не начинают тебя бодрить, пиздец. И качаться хочется. Качаешься, а потом на следующую тренировку. Аппетит перебивает еще. Аппетит, знаешь? Да, сильно сбивает. Тебя потом. С одной стороны, ты попахал хорошо, но с другой стороны, потом есть вообще не хочется. Мне даже там запихнуть коктейль после тренировки, это, блядь, просто пиздец. Андрей Анатольевич, а вот у вас количество повторений, они же у вас не опускаются, да, ниже там 8-6, то есть у вас нету такой, да, работы, ну, скажем, лифтерской, где ребята иногда пытаются там поднять больше вес, чтобы там дальше абсолютно поработать. Просто чисто вот работа, да, там 10-12 повторений. Понимаешь, я вот работаю уже с ребятами, ну, вот уже, которых уже, ну, достаточно большая мышечная масса, а у некоторых атлетов уже, ну, проблемы, так сказать, ну, какие-то травмы были, да, поэтому поднятие вот таких, ну, огромных весов, да, неконтролируемых поднятия, скажем так, да, вот, они могут привести не к прогрессу, а к травмам, вот, поэтому, если мы делаем 8 повторений, да, допустим, чисто, то, я тебе скажу откровенно, нагрузка на тренируемую мышцу идет более большая, чем мы делаем, чем вот делают ребята, которые делают силовые подъемы. Потому что выделяем ту мышцу в тренировке и поднимаем именно ей. Поэтому вот она получает по полной свою. Вот. А веса это, ну, как бы, ну, для пауэрлифтеров, для тяжелоатлетов, это совсем другое. Ну и на больших весах, как правило, концентрация. Если можно падает, было, да, качаться, ну, придумают там через там сколько-то лет какие-то другие тренажеры неиспользуемые, которые не используют силу тяжести, ага, да, но будут качки качаться на таких тренажерах. То сейчас наиболее как, ну вот мы используем просто силу тяжести, да, вот. То это тренажеры, там штанги, гантели, да. Если будут какие-то там электрические, там или пневматические, будут электрические, пневматические. То есть разницы для качка разницы нет. Просто это как бы, ну, дань традиции, вот мы. Ну, не дай тройник, пока это лучшее, то, что есть, как бы. То, что работает. То, что работает, да. Давай. Да. Раз. Давай, Серега, еще раз. Мощный. И бам. Вот. Вот этот карлан. Раз.
не дергай, поставь. Да, голова вниз, растяни, хорошо, черепаху внизу. Давай, черепаху внизу, давай, и пошел. Вот, вот сейчас, да, вот сейчас то, что надо. Вот то, что надо, растянул, и головой пошел. Да. Головой чуть запрокинь, чуть-чуть. Пошли, три раза. Раз. Давай. Два. Подышал. Подышал еще два. Ну. Раз. Еще один. Раз. Все. Все. Круто. Все, разбирайся. А вот тренировочный объем, когда на диете и межсезонье, вы снижаете или же оставляете таким, как он есть? Стараемся оставить. Стараемся оставить, да? Ну, пообстоит. Те же веса, тот же объем весь. Да. Ну, стараемся. То есть, если веса падают, понятно, что и мышечная масса падает. Не, ну я понимаю, да. Не, ну может вы там делаете тот же вес, но там количество подходов меньше. Понимаешь, надо вот. Чем больше вес, ну если правильно делать, тем больше мышцы. Ну, да. Если ты поднимаешь меньше вес, мышцы, естественно, не надо быть такой большой, она уменьшается, да? Ну то есть взаимосвязь вес мышца, да? То есть вес меньше, значит мышцы стало меньше, да? Или ты сознательно переходишь на меньший вес, значит мышца уменьшится, потому что ей не надо большой вес поднимать, да? Понимаешь? То есть ну все это взаимосвязано. То есть количество там блинов на штанге или на тренажере зависит от твоего объема мышечной массы, понимаешь? Но это при правильном, то есть, и вот как мы качаемся, при изолированном тренинге, да? То есть там минус 10% веса – это уже потеря мышечной массы какой-то, да? Вот. И не, ты... ну я говорю, то есть про вес, понятно, что вес он всегда должен оставаться, то есть рабочий. Ну, постараюсь. Но количество подходов, то есть у вас количество... 4, например, все делайте 4, да? Ну, смотри, тут сугубо индивидуально, понимаешь? То есть, ну, потому что с весом там можно сделать, но не факт, все что... дело в том, что ну, на сушке, да, нервная система проседает, когда жиров нету, углеводов, в принципе, ну, много, да. Там дофига, проседает нервная система, и ты не можешь вот 4 там, или 3 сделать чистых подходов. Ну, вот тебе я про это хватает только говорю, на да. 2, да. И это только из-за нервной системы. Да, 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 раскрывай грудь, растянул и пошел. Вот сейчас, это было прелюдия. Вот сейчас 3-4 повторения, самые важные. Раз. Давай, давай, давай. Два, до 5 делаем. Давай. Три. И два самых главных. Давай. Вот, головой. Да. Головой назад, дай. Вот он, вот. Попал последний. Тут главное раскрывать грудь, понимаешь? Вот эта грудь раскрывать. А спина сожмется как надо. Главное, видишь, смотри, он локтями раскрывает грудь. Раз. Ага. Давай. Два. Давай, еще два. Раз. Еще два. Вперед. Молодца, давай еще. Два. Еще раз. Мощный. Оп. Бам. Все. Everything I say be broad, in the illusion. I'm down about it. Everything I say be broad, in the illusion. На самом деле, Серега, руки у тебя короткие, блядь. А? Руки короткие, блядь, у тебя. У тебя короткое плечо, блядь. Видишь, да? Ну, то есть вот... ну, плечо само у тебя короткое. У тебя предплечье длинное, а плечо короткое, блядь. То есть я классик? Нет, нет, у них наоборот, блядь, понимаешь? Вот я классик, у меня длинное плечо, блядь, да? А у тебя вот короткое плечо, блядь. А ноги у меня не длинные? А ноги у тебя длинные, блядь. Ну, у тебя ноги пропорциональные. У тебя пропорции между бедренной костью и голенью одинаковые. Ну, в принципе, нормальные. А вот почему, ну, бицепс, да, вот, потому что он у тебя... Ну, из-за того, что плечо короткое. Мне кажется, у меня атрофированы они. Не, у тебя просто из-за того, что плечо короткое, да? У тебя, ну, и бицепс из-за этого, ну, небольшой, понимаешь?
Молодец. Раз. Два. Три. Давай. Рывочки. Давай. Раз. Раз. Еще два. Еще один. Все. Молодец. Так, ребят, тренировка завершена. Серег, спасибо тебе большое еще раз, что при... Вам, Андрей Анатольевич, спасибо большое. Приезжайте в Алмаз. Было приятно пообщаться. Будем чаще видеться. Ребят, вас комментарии, лайки, обязательно подписка на канал. Пальцы вверх. Мы не даем заднюю, ждем от вас хороших комментариев. Если все будет, ноги снимаем в Алмазе. Так, Андрей Анатольевич, и с вас пару слов. Да, сегодня хорошо потренировались, сделали нормальную тренировку. Приходите в Алмаз тренироваться. Будьте здоровы и сильны. Также, ребят, если есть какие-то вопросы для Андрея Анатольевича, можете писать в комментариях. Мы их обязательно зададим в следующем ролике или же сделаем какой-то подкаст, в котором осветим больше каких-то нюансов. Андрей Анатольевич отвечает тоже на ваши вопросы. Поэтому, ребят, у вас активности больше комментариев, обязательно подписка. Все, всем пока.